Привет, девочки. Ну что там у вас произошло? Диана, ты реально вызвала Баку? Ага. И как тебе? Плюс 2 килограмма. Кошмар. А кто его отозвал? Понятия не имею, но это не важно. Самое странное, что когда мы все очнулись, мы обнаружили кое-что. Сейчас покажу. Это. Фу, что это за урод? Понятия не имею. А главное, кто его оставил? Может, Баку? Ну зачем? Никаких объяснений. А что внутри? Смотри сама. Это что, печенье? Значит, точно Баку. Может, какая-то записка была? Никаких записок. Да, странная штуковина. Как вы думаете, она мистическая? Но судя по тому, что она взялась из ниоткуда, очень может быть. Интересно, это печенье съедобное? Хочешь проверить? Вообще-то нет, я просто спросила. Привет, девчонки. Соня, а где та вазочка с печеньем? Ты про эту вазочку говоришь? Да, печенье очень вкусное. А где ты такое купила? Ты что, их ел? Конечно, ничего вкуснее не пробовал. С тобой все в порядке? Конечно, в порядке, как видишь. Я просто хотел спросить, где ты его купила? Я его не покупала. О, ты новых печенек положила, откуда они взялись? Новых? Ну да, я не удержался и почти все съел. Оставил 3 штуки только. А тут же полная вазочка. Ну да, ты досыпала? Нет. Может, мама? Я не знаю. Значит, мама. А можно я еще одну съем? Мне кажется, не стоит. Да ладно, не жадничай. Получается, эти печеньки сами появились? Помните, была такая сказка? Горшочек вари. Может, это такой же горшок? Кстати, да. Возможно, Баку где-то снова раздобыл артефакт с такой функцией. Ешь печеньки, сколько влезет. Соня, а с твоим папой точно ничего не случится? Вот и я про то же думаю. Вкусные такие. Можно еще парочку зацеплю? Пап, а что у тебя с носом? В каком смысле? У тебя нос красный, как у клоуна. А, да? Наверное, запачкался этими печеньками, они же разноцветные. Сейчас вытру. Ну как? Все еще красный. Ну ничего страшного. Буду разноцветный. А я пошел собираться на работу. Сонь, чего это твой папа так на печеньки напал? Может, мы тоже попробуем? Ну я даже не знаю. Ну да, действительно. С ним же ничего не произошло. Можно сказать, проверенное. Я просто Кит тоже очень люблю. Можно одну печеньку? Ну, если ты не боишься. Ладно, попробуй. А мы посмотрим. Если останешься жива, то мы тоже попробуем. Алена, ну и шуточки. Я не боюсь. Я думаю, ничего не случится. А вот и я. Папа! Что с тобой? Ничего, на работу собираюсь. А что у тебя на лице? Что там? У тебя красный нос и голубые брови. Не может быть, Сонь, ты что-то путаешь. Нет, посмотри сам. А что со мной не так? Ты выглядишь как клоун. Какой клоун, Соня? Ну да, я согласен, рубашка яркая. У нас на работе нет дресс-кода. У меня сегодня отличное настроение. Ну вот, решил одеть яркую рубашку. Я ее не носил ни разу, чего зря в шкафу висит. А чего вы печеньки не едите? За фигурой следите? Тогда я возьму. Нельзя!
Папа, ты стал странным, как начал есть эти печеньки. И ты выглядишь как клоун. Ну хватит обзываться, нормальная рубашка. Да я не про рубашку. А про что? Эх, молодежь, вечно у вас какие-то придирки. Ладно, я поехал на работу. Так, где моя сумка? Сонь, он, кажется, не видит этого. Или мы видим что-то не то. Ты хочешь сказать, что у нас троих глюки? Или у папы? Значит, у него. Ведь он ел печенье. Диана, ты все еще хочешь попробовать? Как-то не очень. Смотри, Сонь, их больше стало. Реально. Там было в два раза меньше, а теперь снова полная вазочка. Так, все, девочки, я лучше эту вазу унесу подальше. Попкорн будете? О, да, попкорн. Я так проголодалась. Сейчас сделаю, голодные вы мои. Что посмотрим? Может, оно? Плохая идея. О, есть еще прикольный фильм. Квест. Там тоже клоуны. А есть что-то без клоунов? Ну, предлагай ты, только не дораму. Кстати, почему бы и нет? Я, например, знаю одну очень крутую. Девочки, попкорн готов. Ну, вы уже определились? Дораму. Ужасы. Девочки, не ссорьтесь. Давайте камень, ножницы, бумага. О, точно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы режут бумагу. Я победила. Смотрим ужасы. Только без клоунов. Девочки, дверь уже второй раз открывается. Что за черт? Вовремя ты, перед просмотром ужасов. Давайте проверим. Вместе. Все в порядке, тут никого нет. Ваза не тут была! Кажется, в доме кто-то есть. А если вы не хотите стать таким же красивым клоуном, как он, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. И не забывайте про официальный мерч. Ну а теперь-то можем же съесть печеньку?